В центре внимания автобусы, трамваи, троллейбусы и метро. Ежедневно сотрудники полиции, департамента транспорта и представители городских перевозчиков проверяют, как самарцы соблюдают масочный режим. Всего в неделю таких рейдов проходит порядка 80. Одна из проверок прошла на Московском шоссе в районе станции метро «Московская». Как и прежде, злостным нарушителям масочного режима грозят административный материал и штраф. И если выявляется пассажир без маски, и он эту маску отказывается носить, то в отношении него составляется административный протокол по статье 20.6.1, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, где предусмотрен штраф на физических лиц до 30 тысяч рублей. В составе межведомственной комиссии и сотрудники контрольно-ревизионных служб. Сотрудники контрольно-ревизионной службы совместно с сотрудниками полиции и сотрудниками ДНД проверяют наличие защитных средств во время поездки и в том числе наличие билета. За прошедшую неделю в ходе рейдов сотрудники полиции составили 32 административных протокола. С начала 2022 года оформили 961 материал. А с осени 2020, когда к проверкам подключилась полиция, в суды направлено уже 1940 протоколов. Специалисты напоминают, штраф за несоблюдение масочного режима в транспорте доходит до 30 тысяч рублей только при первичном нарушении, а при повторном – до 50 тысяч. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.